Привет, друзья. Вот мы с Натальей Кавитан, которая мне помогает сделать в нашем телеграме чат, такой полнокровный. Мы с ней должны поговорить сегодня в 17 часов. Я вот сейчас думаю Zoom включить, чтобы вы могли вопросы задавать по ходу нашей беседы, потому что она будет говорить вам всем о том, что этот чат в нашем телеграме в основном, который называется «Канал Метод Ключ Хасая Алиева», там будет отдельный чат. Ну, как вот, например, чат «Как постранить», который у нас был и есть, можете заглянуть. А сейчас будет чат такой полнокровный, в котором будет очень много и ссылок, и вот эти мои встречи с интересными людьми, и советы, как быстро снимать стресс, и советы, как использовать энергию напряжения стресса себе на пользу для здоровья, для творчества и так далее. Я хочу не забыть сказать там на этой встрече, что очень важно, что наши регулярные бесплатные ликбезы, которые мы проводим, что там есть две фишки главные, особенности исключительно. Это первое. Сразу приглашаем в зоме, кто чувствует себя плохо, чтобы сразу на глазах у всех помочь, и чтобы все увидели, как эта помощь оказывается, чтобы сами себе потом могли это применять. Это первое. Второе. Там не задаются никакие такие интимные вопросы, на которые человек вынужден при всех отвечать. Вот что-то со светом стало. Ну, бывает, ничего, зато моя картина светится, да. Не нужно отвечать на интимные вопросы, потому что метод саморегуляции ключ, или синхрометод по-другому называя, или синхрогимнастика, это как раз-таки психокибернетика стресса, это как раз-таки психобиологические резонансы вы в себе находите, то есть путем перебора разных упражнений из миллиона возможных подбираете то, что хочется продолжать, а все остальные выкидываете. Это гениальная физкультура, гениальная, ну просто потрясающая, я так горжусь этим, и потому что это многочисленным, самым разным людям помогает и постоянно пишут у меня благодарности, но вы все это можете читать. Я что хочу сказать, что вот этот телеграм наш, стоит вам, конечно, подписаться, потому что эти чаты будут интересные. Ну, там есть, я хочу Наталье Кавитан предложить, чтобы обязательно там включила такой раздел, где кроме прочих там ссылки на бесплатные ликбезы, которые мы зумом проходим с ответами на вопросы, ссылки на разговоры с интересным собеседником, ссылки на волну творчества, как созидать, как превращать стресс, трансформировать, сублимировать творческий процесс и создавать новые. Да, и в любом виде деятельности, не только в рисовании. А там я хочу еще вот что сказать. Обязательно нужно показать, это мои планы, я с вами делюсь сейчас, друзья. Если вы поддерживаете, вы комментами напишите. Обязательно показать хочу, чтобы была часть такая в этом чате, о том, как развивать у себя неординарное, междисциплинарное, творческое, поисковое мышление, изобретательство. Да, потому что есть школа ТРИС, которая этим занималась, и их выдающийся основатель. А больше нет таких материалов. А я на основе метода ключ создал потрясающий. И мастера ТРИС, которые мои друзья, они его одобряют, эту нейротехнологию. А раз сами мастера ТРИС одобряют, куда же дальше? Так поэтому
как развивать вот это междисциплинарное изобретательское мышление. Оно же неординарное, потому что все открытия происходят на стыке дисциплин. Вот же в чем оно дело. Поэтому я являюсь живым примером, когда я одновременно рисую, готовлю чемпионов мира на соревнования, пишу книги, стихи пишу, между нами говоря. Вы посмотрите стихи.ру или проза.ру, там мои новеллы. Я почему себя в пример привожу? Но нужно же, чтобы человек доказал, что за его плечами что-то стоит, прежде чем слушать его совет. Поэтому я отвечаю этим этическим канонам, нормам, да. Так вот там я хочу в чате еще показать, что для развития неординарного, междисциплинарного, изобретательского, творческого мышления, конечно, нужна формула ФА. Ну, конечно, потому что это как раз-таки выполнение одновременных нескольких конкурирующих действий, как у нас в мозге иногда происходит, многозадачник, которые в этот момент так делаются, что они не сталкиваются между собой, как лобовое столкновение, не создает взрыв головы и стресса, а позволяют находить быстро состояние безмятежности из любого стресса, из любого уровня стресса. Формула ФА помогает быстро выскочить из любого стресса. И одновременно развивать способности решения многозадачника. Как раз-таки вот это развитие неординарного мышления, междисциплинарного. Формула-то у нас есть как нейротехнология. А теперь настало время, когда ее доступно для многих объяснить. Потому что раньше мы показывали, все удивлялись ее эффективности высокой. Но в таком контексте она подана никогда не была. Такого в мире еще не было. Так вот, что, друзья, пишите комменты. Подключить Zoom, когда мы будем говорить с Натальей Кавитан, а ей огромное спасибо сердечное, потому что она энтузиастически, добровольно, от полного сердца, чувств, хочет продвинуть нашу школу «Человек будущего» на планете, потому что у нас уникальный контент, которого раньше нигде не было. До встречи, друзья!